Ярмарка, которая проходит в городском дворце культуры, считается одной из самых крупных среди аналогичных мероприятий, проводимых в районных центрах Гомельской области. Традиционно свою продукцию предлагают не только предприятия региона, но и производители товаров из Брестской, Минской и Могилевской областей. На выставке широко представлены товары различных групп, в том числе одежда и обувь, домашний текстиль, бижутерия и сувениры, косметика и парфюмерия, восточные сладости, мед, чай и специи. Владельцы дачных участков смогут приобрести саженцы, плодово-ягодных деревьев и кустарников. Ярмарка будет работать 4-6 октября с 10 до 19, 7 октября с 10 до 17 часов.